Я приветствую вас на телеканале ТВ Голд. В эфире программа «Профессион» и я ее ведущая Светлана Целищева. Еще каких-то 20 лет назад мы думали, что в 21 веке мы будем носить какую-то фантастическую одежду, выполненную из нестандартных материалов. Но, как видите, ничего не изменилось. Ткани практически не изменились, а фасоны периодически повторяют моду прошлых десятилетий 20 века. Хотя в последнее время мы наблюдаем невероятный интерес стилистов к новым технологиям и гаджетам. Так, например, некоторые дизайнеры достаточно активно используют 3D-принтеры для своих коллекций. Возможно, совсем скоро мы и сами сможем моделировать и распечатывать одежду, не выходя из дома. Модные бутики тоже ждет революция. Некоторые лакшери-бренды в своих бутиках уже предлагают клиентам шлемы виртуальной реальности, позволяющие побывать на показе, находясь при этом в бутике. А в некоторых продвинутых бутиках уже есть услуга виртуальной примерочной. Возможно, скоро достаточно будет по бирке понравившейся юбки провести телефоном и получить полный лукбук, предлагающий, в чем ее можно будет скомбинировать, а заодно и получить информацию о том, из какой ткани она сшита и как за ней ухаживать. В общем, вариантов, как использовать новые технологии в фэшн-индустрии, множество. А приживутся они или нет, покажет время. О новых технологиях в моде и многом другом в нашем выпуске программы «Профэшн».